современные новостройки. Чем они интересны? Тем, что, как правило, вместе с квартирой вы приобретаете застекленный балкон или лоджик. Но в основном это холодное остекление. И в некоторых домах нарушать целостность конструкции нельзя. Что в этом случае делать и как правильно утеплить свой балкон? Расскажем в программе. В этом новом доме как раз и находится лоджия, которую хозяин квартиры хотел бы утеплить и полностью переделать. Для этого Максим Валерьевич вызвал технолога на дом. Необходимо утеплить и балкон, сделать из него жилую комнату. И, насколько я знаю, вот эти вот конструкции нельзя убирать. В данной ситуации будет дублирующая лоджия, то есть она будет установлена максимально приближенно к вертикальной стойки. Стойки мы убирать не имеем права. Убираем стекла, убираем горизонтальные импоста, ставим сюда лоджию и делаем откосы. То есть устанавливаем конструкцию на бетонные полы и крепим ее так же самое к бетонному потолку. Для качественной установки дублирующей лоджии технолог Дмитрий сделал необходимые замеры. Конструкция устанавливается по ГОСТу, то есть монтажники устанавливают все качественно, делают пароизоляцию, делают гидроизоляцию, благодаря чему потом пена служит долговечно. То есть десятилетиями она будет стоять, не сыпаться, ничего, проблем никаких у вас не возникнет. В конструкцию я вам порекомендую поставить стеклопакеты с мультикомфортом. Это солнечные лучи меньше будут проникать сюда, и когда на улице сильно яркое солнце, то у вас здесь будет сохраняться комфортная прохладная температура. А зимой стеклопакеты с функцией мультикомфорт сохраняют тепло, и тем самым можно сэкономить на отоплении. Даже кошке Пуше эта идея понравилась. В случае с нашим героем оптимальным решением его проблемы стала дублирующая лоджия. Но, как и все пластиковые оконные конструкции, она должна быть надежной и долговечной, что обеспечивается качественными материалами, армированием по всему периметру и монтажом, выполненным по ГОСТу. Именно такой тандем могут обеспечить крупные производственные компании. Причем для того, чтобы убедиться в качестве материалов, комплектующих, не обязательно ехать на производство. Это можно сделать и в выставочных залах. В крупных производственных компаниях можно увидеть не только образцы профилей и стеклопакетов, а целую экспозицию балкона, выполненную практически в натуральную величину. Это внешний фасад конструкции. Использован белоснежный германский профиль, а внутри выполнена ламинация под дерево. В этом максимально натуралистичном образце показано, как можно утеплить и обустроить полностью балкон. Натяжные потолки, надежные и качественные стеклопакеты, теплый пол. И все это показано подробно в разрезе, чтобы мы с вами визуально и даже тактильно смогли понять, как это будет на самом деле. Поэтому, если хотите, чтобы ваши вложенные деньги в балкон приносили инвестиции в качестве комфорта, долгой и надежной службы конструкции, лучше выбирать зарекомендовавшую фирму, которая гарантирует результат. Спонсор программы – комплекс домашних решений компания «Махаон». В августе скидка на окна, балконы и термолоджии 50%. Выезд технолога на дом бесплатный. Выставочные залы «Махаон» в каждом районе города. Звоните прямо сейчас 228 70 88.